26-го мы отправляемся в путешествие. Сейчас подъезжаем в Франкфурт аэропорт, выгружаемся и летим в Турцию. Все, приехали в Франкфуртский аэропорт. У нас терминал 2. Сейчас подъедем и будем выгружаться. На улице пасмурно, конечно. Почти 6 часов вечера. Самолет улетает у нас в 8. Вон там эта очередь, это наша очередь. Тут на табло показывается. Все. Я уже давно не был, это терминал 2. Большинство я уезжаю в Канаду из терминал 1. Сейчас школьное время, и поэтому большинство родителей с детьми, они не могут никуда лететь отдыхать. В такое время летают или, как здесь, вот я смотрю, большинство пенсионеров, процентов 95, если не все 99. И вот только я со своим другом, пока я вижу, только мы молодые. Но мы завтра в автобусе еще увидим, проверим. Ну вот большинство так получается. У пенсионеров есть время, вот они путешествуют в любое время. Или такие люди, как я, которые тоже на без работы. Прошли мы паспортный контроль, вещей. Получили билеты. Сейчас сидим, ждем. Нам еще полчаса примерно. Нас автобус доставляет до самолета нашего. Куда едем, не знаю. Шофер спросил, в Анталию? Я говорю, да, едем в Анталию на автобусе. Он засмеялся. Хотя должны были в 8 взлетать. Все. Приземлились. Все, мы в Анталии приземлились. Было немножко тряска в воздухе. Но он подозрительно не скрытел. Мы все время видели огни поселения. 9:30. Вот аэропорт такой, бассейн. Можно пойти покупаться. Фонтанчики не видно. Там вон вверху кофейня всякая. Нам на выход. У нас чемоданов нету, поэтому нам хорошо. Мы быстро покинем аэропорт. Нас сразу встречают автобусы. Сразу раскидывают по правильным автобусам. У нас номер 4. И в отель сейчас везет нас. Можно почти пока на улице еще постоять, потому что... Я сейчас посмотрел эти... Симки продают только по 20 гигов. Мне не надо столько, 20 гигов стоит 41 евро. Это так дорого. Я посмотрю, что еще позже. Может быть, в городе увижу. И посмотрим, если что, где free Wi-Fi. Мне не надо звонки, все такое. Главное, чтобы эту карту открывать в путешествии, смотреть, где я нахожусь, все такое вот. Но если нет, у меня старый телефон есть Nokia, где есть карта всего мира загружена. Но просто там апдейтов нет у меня.
Там, если какие-то изменения новые, то я их про них ничего не знаю. Хотел также снять денежку тут прямо на аэропорту, в аэропорту. Но там что-то проценты хорошие берут. 8%, что-то еще там, короче, почти 9 евро просто за проценты заплатить. Что-то тоже. Я знаю, большинство в аэропортах, конечно, навариваются, поэтому надо искать где-то в другом месте. Пока наслаждаюсь свежим воздухом, морским воздухом. Здесь до моря буквально, может быть, пару километров. Свежий? Ну, свежий воздух. Хоть и вроде здесь 10 градусов теплее, чем у нас, но чувствуется где-то сейчас примерно 10 градусов. Уже примерно 3 часа мы заселились в комнату на первом этаже. Вот здесь вот фен, тут вот мыло, шампунь. Я сейчас приму душ, потому что я вспотел. Долго добирались, долго ждали. Вот такой вот шкафчик красивенький. Сделан такой вот фокус. Тут вот зеркало большое. Кровать двухместная. Вот. И что еще хорошо? Принесли бутерброд, яблоко, сок. Это офигенно, конечно. Сейчас у нас буквально до 8 поспим. Получается 5 часиков. И в 9 автобус уже отправляется. Короче, сейчас в душ и сразу спать. 8 часов. Встали, идем сейчас в ресторан, позавтракаем. Поспали буквально 4 часа, может чуть меньше, но вроде нормально все. Так, входная, здесь ресепшн, вот такие лифты, вот здесь такая красота, вот такой цилиндр. Завтрак. Всякие сыры. Можно попробовать всякие сыры. И там еще какие-то блюда, посмотрим. Набрался здесь немножко оливки, картошка, яичница, зелень. И немножко посмотрим. Вот такой вид здесь из ресторана. Большой бассейн. Гора сзади, сзади леса. Красиво смотрится. Вот здесь перед отелем танцует мужичок. И вот автобус нас возить будет всю неделю. Вот этот автобус 546 будет нас катать. Один и тот же шофер будет всю неделю. Вот русскоговорящие женщины там уже танцуют с мужиком. Солнышко вышло, блин, прям офигеть. Посмотрим, что за погодка. Ну, обещают примерно 20 градусов. Круто. Strecke nach, wie soll ich sagen, Demre oder Finike über Finike. Первая остановка вот таких вот гор снежных, ущелья какой-то. Вон. Высота, наверное, 2 километра. Снег вверху лежит. Красота. Томаты здесь. Нам сейчас только что сказали, что здесь много парников, где выращивается большинство томатов. И большой экспорт делается за границу. Все, заехали на территорию, где выращивают тут вот мандарины. Тут, наверное, вон... помидоры в этих в парниках. Оливковые деревья видно местами. Стройка. А здесь берег. Бушует сильно, прям видно. So, hierher nicht angekommen ist. Es ist also auch natürlich in die Miete von meiner, was weiß ich, 70 Quadratmeter Laden ist für Jahr 80.000 Euro. Ja, monatlich. Bei schönem Wetter ist es wirklich so, dass gesamte statische Elektrik vom Körper abladen. Man tut also eine ausgeglichene. Optimist direkt an dem Tag, wo es in Ihrem Programm eigentlich auf der Strecke nach Pamukkale Artemis Besuch steht. Ja? Aber das Hin- und Herfahren machen wir nicht. Also zum gebucht haben, fahren dann also mit den anderen Gruppen geht es nach Pamukkale. In ihrem Programm steht nur Fotopark. 12-го, 27 ноября приехали в город Демре. Проезжали мы еще город Кемер. Вот приехали здесь какой-то вот церковь или что такое вот посмотреть. Сейчас будет нас запускать. Смотреть будем. Вот такие вот полуруины, раскопки. Получается, в земле находится примерно 3 метра углублено.
Реставрация, короче, сильно измененная, уже видно. Вот как внутри выглядит. Мозаик. Смотрим, большая церковь. По высоте, конечно, не такая большая, как у нас в Европе. Но по размерам большая. Много разных комнат. Стены очень толстые. Прямо вот если посмотреть, метровые. Как здесь посмотреть? Вот. Рассказывает про... Везде рисунки присутствуют. На стенах сейчас здесь нет, но там где-то вот надпись какая-то интересная. Точно не турецкая. Получается, что здесь крестьянство было до муслимов. И вот эта вот церковь, она вот как раз говорится, что она старая. Ух ты, как здесь вот эти вот рисунки написаны, потому что присутствуют картины из Библии, там Мария и все такое вот. Я удивился, почему в муслимстве такое вот происходит. А вот это главное здание, наверное. Окошки маленькие. Мы сейчас были в Сант-Николаус, церковь, которая была затоплена. Здесь река, и ее дельта здесь находится. И она много грунта вымывала, и откопали ее примерно 10 метров глубины. Вот автоматы стоят. Я в аэропорту смотрел, там примерно курс 28. Ну, нам сказали, что в аэропорту дорого, а вот, скажем, в городах примерно 30-31. Я сейчас снял 1000 лир. Там комиссия еще 170. А нет, 70. 70 это примерно 3 евро. И это в еврох примерно 1000, это где-то 40, я так думаю, 40 евро. На пока я снял. Я хочу еще посмотреть карточку, если будем в городах. Тут сейчас занято. Сколько стоит карточка, симка, гигов. И магазинчик. Что-то купить, перекусить. Пока не голодный, но в отеле ужина не будет. Может быть, какие-то снеки, фрукты, может быть. Едем дальше, непонятно куда. У нас есть программа, там расписано все. Я читал один раз, сейчас неохота читать. Уходим опять от берега. Вот такая трасса, он рассказывал, трасса существует уже примерно 60 лет. Раньше она была узкая, а потом лет 13 назад уже расширили ее. И она идет вдоль берега, иногда она уходит в горы немножко, вот здесь видно, она прямо уходит. И прям по горам. Серпантин такой вот. Ну, здесь бы на мотоциклах офигенно было бы. Это все парники. Демры. Приехали мы в Капотаж-бухт, буквально на 10 минут пофотографироваться. Цветы всякие. Вот такая вот бухт называется, популярная, как говорят. Автобус, наша компания знает все популярные места. Такие вот скалы. Если вам это нравится место, ставьте лайки и подписываемся. Такие цветы я тоже много в Греции видел. Видать, они любят расти у Средиземного моря. Колючки у них вроде тоже есть. Вон торчат.
Ja. Ein paar Kilometer vorher war die kleine Ortschaft, der von den Einheimischen als Kasch genannt und als ein Ferienort besucht. Aber vom Panorama her wird es immer mehr und mehr mit einer großen Anziehungskraft. Die Häuser, die ganz oben sind, das sind alles, die in den letzten 10 Jahren hier gebaut worden sind. Wo Neues gefunden wird. Xanthos ist ein Weltkulturerbe-Stelle, liebe Gäste. Ruine Xanthos, приехали. Сейчас будем здесь гулять. Красота, старый город. Руины Ксантос. Сейчас наш тургайд покупает билеты нам. У нас пока есть время, 5 минут, наверное. И будем, наверное, изучать. Я хочу сейчас птичку пустить где-то здесь. Вот такая вот арена. Полукруг. Там люди уже ходят внизу. А тут сбоку какие-то, не знаю, что это, для чего это. Здесь вроде как театр, арена, но он рассказывает нам, что вот эти вот столбы, это вот, это все как мавзолей, можно сказать. Но почему тогда на арене находится кладбище, не знаю, какие-то важные люди или что, это он не рассказывает. Вот это вот спереди, она по форме мавзолей. Дома. Имитация дома, он сделан как имитация. Сейчас сделаю зум. Вот столбы сбоку выглядывают. Это как будто вот деревянные столбы. Все выдолблено из одного камня. Ну, частично камни где-то стыковки. Там другое, здесь такой вот дом. Арена, все частично. Ну, говорится, город, старый город Ксантос. Руины. Как он рассказывает, что он очень старый. Последний раз здесь жили примерно 3000 лет назад. Но я этой истории что-то не верю. Слишком молодо это выглядит все. Если по этим камням судить, еще ладно. Но если по этим вот новым камням, то уже сомнения появляются. Я хочу птичку запустить, но что-то местами иногда ветер хорошо дует. И вот там внизу городок. Вот ушел я за арену. Здесь уже видно, можно подумать, что здесь был городок. Вот такие вот фундаменты остались. Здесь прям яма выдолблена в скале. И, как я помню, другие места посещал здесь, в Средиземном море. Это вроде как водохранилище, где улавливали питьевую воду. Вот руины. Сейчас попробую птичку пустить. Птичку поднял быстро, буквально, и увидел, что моя труппа уже пошла в сторону автобуса. Я бегом-бегом, буквально минуту воздуха, и опять спускать. А смотрю, они даже не в автобус пошли, они просто вот на другую территорию пошли смотреть. Блин, теперь я уже второй раз не буду поднимать. Шестой час уже, заселились в следующий отель. Как нам сказали, у нас на этой неделе будет 6 разных отелей. Каждый день другой отель. Короче, будем прыгать. 3 кровати, получается, можно позвать гостя. Я не знаю, что за город, потому что не буду запоминать, потому что каждый день меняются города. Мы едем просто вдоль берега. 8 час, мы вышли в город немножко погулять. Здесь такая вот площадь, памятник какой-то. Там вон Ленин стоит. Шутка, конечно. Вышли немножко прогуляться и также посмотреть магазинчик или ресторанчик, чтобы перекусить. Я, может быть, так салатик или посмотрим, что попадется. Есть не собираюсь сильно. Я и не голодный даже.